Легкая тачка и не хочет тянуть лишний раз. Все, отпускай. Не хочет лишний раз напрячься. Туда поедешь? Ну давай, я снимаю. Прицеплен к бамперу. Что-то он или это. Ему надо чай давать с утра, Андрюха, чай, потому что он это. Слепому дали, слепой бодрый, не найдешь его теперь. Пошел. Пошел. Хо-хо-хо-хо. Настал звездный час Лени. Так, у вас починили, типа. Идет. А еще не все. Не, отлично, отлично. Птички полетели красиво как. Правее вон где островок и это, и по островку. Рядом с островком. Правее, еще правее. Во, вон, где уточки шли. Куда, Саня, домой? Вот тут вправо надо уйти было. Но он решил прямо. Прямо нет. А может и да. Ого. Это внедорожник, я понимаю, да? Чуть. Наверное. Ого, на козу становится. Блин, там штурман, конечно, не в тему ходит. Такие кадры. На козу, блин, как. Ну, красавчик, красавчик. Молодец. Сейчас мы едем, сейчас. Джип ждем. Ровнее, ровнее туда. По прямой вот сейчас едь, прямо едь. Прямо под берегом. Вот так, да. Ёха, ну бабай. Красиво было. Крутяк. Нормальный внедорожник проверенный. Заложник в багажнике у них. Махни рукой, если тебя не выпускают. Чуть не утонул. Чуть не утонул. Нафиг этот цирк.
Фу, начинается вечерняя часть программы, я чувствую. А где что-то проходил, подожди. Вот там, а, я вот там ушел вообще. Резать слева. Затянется, когда будет темно уже. Да? Да. Ну, самое веселое начинается, как в темноте уже. Думаешь? Ну, да нет. Практика показывает. Великие опросчики так говорят. Да нет, они сочиняют. Включил, может. Чуть-чуть, блин, чуть-чуть мокро стало как-то. Ой, блин. Что там? Намокаешь? Да ничего, тут нормально. Да жопа мокрая уже. Держись, ну что. Что я могу сделать? Да ничего. Где-то не туда я поехал. Пролетел. Надо руса теперь спасать. Что-то не так пошло. Алёня едет тут. Алёня тут. Специально. Что ты тут под водой? Да что-то застрял чуть-чуть. Блин, немного. Что-то не то, да? Ну да, вода все, что-то не то. Да держись. Цепляй меня. Да.
Есть. Иди на капот, может, или что. Я могу выйти, да. Иди на капот. Дойдешь ты до капота? А? Могу попробовать. Давай. Блин, хорошо, когда штурман стройный, глянь, че что делает. Еще и ноги, не, уже намочил по. Сегодня такой оффроуд, что-то я... За что цепляются? Там шакал впереди висит. Но он не откручивается, просто... Или на балку накинь, сбоку на балку накинь. Петлю просто. А вторую Лене надо. Ну давай. Подсел я. Как-то влажновато чуть-чуть. Сейчас Леня лебедка, говорит, достанет. Шакал, видишь? Штурман тут. Нашел шакал? Нет. На раме. Рама впереди торчит. Андрюха идет. А шакал справа, наверное. Блин, справа или слева, сейчас скажу. Справа шакал, Андрюх? По-моему, тоже. Справа на раме. Глубоко как-то мы приводнились. Есть? А смотри, можем все-таки там, может, с этой стороны все-таки. Рама нашел? Что-то похожее, да, на рамку. Рядом с четвертой рама. Учимся находить шаклы в воде. Это явно. Может эту взять? За трос? Да. Какую раму? Да не знаю. Что-то нашел, но... Четвертая рядом рама и рядом на раме опять бакет. Да. Придется самому идти, наверное. Может, это взял? Просто... Да. Нашел раму? Да не знаю. Вот она что, но... Лебедка, рядом рама, и рядом на раме одет шакал. Ты ж сколько смотрел на машину. Иди, я тебе фотографию покажу. Покажи. Пойду сейчас посмотрю на фотографии, кстати, где шакал, чтобы точно искать. Ну, посмотрел на фото, шакал справа. Осторожно ж там, не упади. Там не глубоко плавать умеет. А, умеет плавать? А, ну все тогда.
если бы открывалось как в 69-м окна, можно было бы за ногу его держать, чтобы не ушел. Ну как я смотрюсь? Зацепил? Глубоковато. Глубоковато. А ну покажи, глубоко было? Инстаграм, видишь? Хорошее фото. Красиво. В лучах заката. Сзади негде. А что, уехала твоя машина? Ну там же тоже хлопчик есть. Залази наверх. Наверх. Да в УАЗе есть место, в УАЗе сядь сзади. В УАЗе сзади есть место. Нормально едет, да? Блокировка пониженная. Все, надо стучать по этому. На монтировочку. А где ты ее возьмешь? А как ты без ключей? Да нету ничего. Помял, кажется.
Рубикон возглавляет колонну. Опять я застрял. Не, там есть дорога. Не, дорога, объезд есть. Да. Да нет, где-то я неправильно поехал, наверное. Ты решил в обрез или как там? В объезд? Проверена дорога, да? Так это то же самое, что и там, в принципе. Ездили. Да, веселый оффроуд сегодня. Трос у пацану порвался. Сейчас цепляем. Парни, он, блядь, цепляйте, потому что трохи... Да я понял, что вы цепляете. Блядь, да? Бывает же такая фигня. Черт. Короче. Влад, останови, там идет видео, останови, чтобы там не шло. Короче, хотел объехать. Подтяни меня лебедкой. Да не, ну что ты не подъедь? Подъедь сюда. Зацепим лебедку и вытащим. Да, сегодня такой оффроуд, как сказал Андрюха. Говорит, тащи сам лебедку, блин. А вдруг тут глубоко. Черт. Где тут Леня на лебедку? Черт, застрял немного. А шел хорошо же вообще. Ну да, тут такое болото. Заболоченная с кочками. Оно тут такое и было. Ну как ты там? Там дверь надо закрыть. Черпанул чуть-чуть. Глубоко. Тяни. Тяни! Тяни, он легкий. Давай! Тяни! Блин, лентяй, не хочет сам тянуть. Ну не, тянет, молодец. Прикидывался слабеньким.
О, там штурман рулит. Красавчик. А, это он подтянул, чтобы я сел, понял? Подтянул, чтобы я сел. Вот дорога, наверное, не туда или вот там дальше. Сейчас глянем. Там вот, вот так покажи на дорогу. Ого. Что-то фиговенько. Яму упали. Упали в яму. Упали в яму. Лёня, в яму упали. Не знаю, выведу или нет. Так, там Вранглер спасают. Сейчас попробую. На, Кирилл. А ты занят? Сумбурный какой-то маршрут сегодня. Лёня, давай, Лёня, отдай! Лёня, отдай! Не дал! Вытягивай. Что, иди помогай. Да нет, я уперся, меня вверх надо. Можешь чуть влево и вверх меня поднять. Чуть влево руль и подними вверх меня. У меня уперся поддон, мотор уперся. Не, подъедь ближе. Влево руль, влево руль, влево руль. Влево руль. Ну крутни влево руль. Ну что ж ты за человек? Ну и ты ровно станешь и поднимешь меня вверх. Блин, давай я дверь могу держать вместо тебя, давай. Блин, ох и жесткий. Конечно, эти, которые доминируют, они так презрительно относятся к тем, кто не доминирует. Хорош! Тяни вверх! Вверх тяни! О! Еще вверх! О! Нормально! Сейчас поедем вместе назад теперь. Вот так держи меня вверху, понял? Давай. На, подержи камеру. Включено. Можешь фотографию вот тут делать на ходу. Давай, на, держи камеру. Я не поеду, я застрял. Да не застрянь, что там. Чтобы вы отъехали куда-то. Кто? Это ты. Радиатор, видать, сбил. Не-не-не-не, стой. Ты уперся. Езжай назад, отпусти лебедку. Лебедку отпусти. Thank you.
Подтягивай. Блин, какие они тяжелые эти, конечно. Легкая тачка, понял? Легкая тачка и не хочет тянуть лишний раз. Все, отпускай. Не хочет лишний раз напрячься. Туда поедешь? Ну давай, я снимаю. Прицеплен к бамперу. Что-то он или это. Ему надо чай давать с утра, Андрюха, чай, потому что он это. Слепому дали, слепой бодрый, не найдешь его теперь. Настал звездный час Лёни. Ого.